Hi guys, welcome back to Junri's Vlog at the Reaction First Video Reaction. Let's go to Russia. Privet and spasiba to our Russian friends, and how are you all guys? The video that we need to do some reaction for today entitled this is the comments about the foreigners toward Russia or the Russian itself, and I hope guys you enjoyed watching with this one, and credit to the owner also with the video, of course our favorite content creator all the way from Russia, no other than Tablet Memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video guys, or any video or Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. And let's get to it guys, and I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video that we are watching, because this is part 6 also of reviewing and doing some reaction of the Tablet Memory comments about the foreigners toward Russian. Let's get to it guys, enjoy! Spasiba and privet to all of you guys. Wow, thank you so much for this Turn on the subtitles. Здравствуйте, друзья, и это 24-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев» под видео о России. И сегодня для обзора мы выбрали 5 видео. Великолепная русская пятерка хоккеистов, реакция на челябинский метеорит, видео, которое называется «Еще один день в России», тренировка 7-8-летних детей в хоккей и видео о том, как Путин посещает бывшего агента КГБ. Ну что, поехали? А первое видео у нас называется «Просто еще один день в России». What happened? This is... Oh my god, this is still sitting. It's like nothing happens. Seriously? Переходим к комментариям. Первые 267 лайков. Я действительно уверен, что определение слов «мне вообще по барабану» можно добавить в словарь со ссылкой на это видео. Следующие 264 лайка. Я люблю этого парня. Он просто сидит и попивает пивко. Ему просто плевать на тот конфликт, который происходит на заднем плане. Следующий комментарий. 214 лайков. И ребята, вот почему Россия выиграла Вторую мировую. Пропускаем русский комментарий. Следующий неожиданный поворот сюжета. Он оказывается лидер. Пропускаем русский комментарий. 311 лайков. Те парни очень везучие. Если бы хоть кто-нибудь хотя бы пальцем тронул напиток этого парня, он бы там всех повырубал нафиг. Следующие, ребята, не шутите так, он там просто был разведчиком. Следующие, вы могли бы просто сказать «русские в городе». Следующий комментарий, он был просто выше всего этого дерьма. 179 лайков. В Америке жирные ребята бежали бы как цыплята домой и начинали бы писать в интернете, что «ох, я бы их всех побил». Америка — это страна клавиатурных воинов. Мне кажется, все это время он думал, почему это мою жареную картошечку до сих пор не принесли. А мы переходим к следующему видео, которое называется «Русская пятерка». Oh no!
So this is Ukraine versus Russia. Да, были времена. Переходим к комментариям. Первый, кто не видел русскую пятерку, тот не видел хоккей вообще. Следующий, никогда за 35 лет просмотра хоккея я не видел линию, которая могла выставлять дурачками другие команды, так как могли эти ребята. Это просто чистая красота. Следующий комментарий, больше доказательств того, что русские играют в эту игру лучше, чем канадцы. Неважно, сколько медалей и кубков ты завоевал, но настоящий фанат хоккея согласится с тем, что стиль их игры был просто неповторим. Следующий, лучшая пятерка за всю историю НХЛ. Следующий, не так хороши, как Ларинов, Макаров, Крутов, Фетисов и Кацатонов. И последний комментарий. Они были лучшими в те великие дни, когда хоккей еще был хоккеем. Знаете, я очень скучаю по тем парням. Это просто магия. Люблю их всех. А мы переходим к следующему видео. Поскольку мы посмотрели, как играли настоящие легенды, давайте посмотрим, как тренируются наши будущие хоккеи. You were trained at early age. That's crazy. That young age, you were trained like this one, of course, you will develop such an amazing skill in doing this ice hockey game. Oh, that's why Russia got number one in this, this like line of game. For me, ice hockey is one of the like the nice game, and then what they call this one, popular game also, popular sport. Oh my god. Да, когда мне было 8 лет, я отжимался 5 раз от пола. Переходим к комментариям. Первый, 199 лайков, это же маленькие Овечкины. Следующий, кто бы ни был этот тренер, но он знает, что он делает. Следующий, ты думаешь, что ты довольно-таки неплохо играешь в хоккей до того, как посмотришь это видео. Эти детки разнесли бы всю мою хоккейную команду. Следующий комментарий, какой-то паренек пишет, а можно мне получить лайк за то, что я проиграю своему дедушке? Следующий комментарий, похоже, для них не составит труда преодолеть любую оборону. Следующий, я бы хотел, чтобы меня тренировали так, как их. А мы переходим к следующему видео, которое называется «Реакция русского на челябинский метеорит». Да, никто не любит слишком яркий свет. Переходим к комментариям. Первый, это самое русское видео, которое я когда-либо видел. Следующий, это просто искусство пофигизма. Русские в этом просто потрясающие. Следующий комментарий, в матушке России ты не смотришь на метеор, метеор смотрит на тебя. Следующий, просто очередной день в России. Следующий комментарий, русские отрицают существование метеорита. Следующий, если это была атомная бомба, ему бы все равно было плевать. А мы переходим к следующему видео, в котором Путин посещает бывшего начальника КГБ. Oh, it's Mr. Vladimir, president. Oh, what was that? Comment down section, guys. What is that one like? He's handing over to this man. Might be he's a veteran or like the best person in Russia or the big person in Russia. Никогда не забудем того, что вы сделали и для страны, и для нас. Первый комментарий. Ученик превзошел учителя? Следующий. Вот что я называю великий лидер. Западная промывающая мозг пропаганда покажет о Путине только негативное. Следующий комментарий. КГБ выбирало цели индивидуально. Только тех, кто угрожал России. А засранцы из ЦРУ уничтожают целые нации, целые страны. При этом уничтожая невинных гражданских. Следующий комментарий. Я благословлен тем, что живу в то же время, в которое живет президент Владимир Путин.
Господи, боже мой. Следующий комментарий. 408 лайков. Люблю Путина и всех моих русских друзей из Индии. Да ты смотри на него. Вы там в Индии поосторожнее любите Путина, а то против вас Украина санкции ведет. Следующий комментарий. Обратите this внимание на то, какое скромное жилье у бывшего начальника КГБ. И сравните это с жильем и со стилем жизни начальников спецслужб в ваших странах. Следующий Путин босс. Дальше. Представьте такое, вы рядом с этим человеком и те истории, которые он мог бы вам рассказать. А тем временем моя девушка рассказывает мне о недавних обновлениях Ким Кардашьян. Боже ты мой. Следующий комментарий. Мы всегда любим и Путина, и Россию, а я из Пакистана. Следующий комментарий. 701 лайк. Это удивительно, как во всех цивилизациях хорошие и плохие до сих пор посещают старых лидеров. Или, по крайней мере, тех людей, которые вдохновили их для того, чтобы выразить им уважение. Следующий комментарий. Благослови Господь Путина, спаси России и Сирии. И, возможно, всего мира. Пусть тролли плачут, потому что они умственно отсталые. Вот. Не знал, что умственно отсталых пускают в Ель на стажировку. Следующий комментарий. Путин великий. Следующий. У босса был босс. Следующий. 569 лайков. Путин 2020. Дружище, 2018. Следующий. Как американец скажу, что Путин выглядит как хороший парень. Следующий комментарий. Это величайший президент, который когда-либо правил нацией. Огромное уважение из Германии. Мистер Путин, если русские вас больше там не хотят, может быть, вы поуправляете Германией? Oh. Я ни дня больше не могу терпеть эту Меркель. Следующий комментарий. Это просто бесценно наблюдать, как один из главных мировых лидеров выказывает свое уважение своему бывшему начальнику и учителю. Для меня именно это показывает достоинство человека. Друзья, и мы подходим к концу. Спасибо за ваше время. Я очень благодарен тем подписчикам, которые иногда поддерживают канал. Спасибо вам огромное, друзья. Вы действительно мотивируете меня на то, чтобы делать новые подобные видео. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Yes, please. Oh my God. Спасибо for this amazing video. As always, it makes me like a happy moment and reading those comments from the foreigners. There are some good and then there are some like a humorous way of doing some comments about the foreigners towards the Russian. So incredible also how did the Russian thing, like from their sports, of course, Putin also handing over to something. I don't know what's that one. I think that's Putin teacher or some comment down section. Who is that guy? Mr. Putin giving something like a newspaper, an old newspaper might be the history part of it. So thank you so much, guys. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video, it's on the description box below. And if you like this video, guys, same as I did this, give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Vlog at React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here, guys. Thank you so much. And спасибо to all our Russian friends. Have a good day, everyone. God bless. See you in my next video reaction. Bye-bye, guys.